В Одессе завершился первый городской чемпионат по шахматам. Боролись в трех категориях дети до 8, до 10 и до 12 лет. По итогам трехдневного соревнования самых старших участников среди девочек золото взяла спортсменка из Южного Таисия Ковалева. Девочке всего 8 лет, три из которых она занимается шахматами. Победа в Одесском чемпионате принесла ей 16-ю награду кряду. Среди мальчиков той же возрастной категории лучшим стал одессит Артем Довгань. Я не впервые в Одессе и опять приехала на этот турнир и заняла опять здесь кубок 16-й. Я была в Измаиле, ездила в Измаиле, привезла оттуда два кубка. Была в Киеве, там меня все знали. Я позанимался неделю, и мне предложили типа сыграть в турнире, который был в клубе. И я сразу же на этом турнире выполнила разряд. Я хочу выступать на турнирах во взрослом возрасте и стать чемпионом мира по шахматам. Первый чемпионат Одессы по шахматам среди юношей и девушек завершен. Имена победителей названы, награды вручены. В этом году участие в соревновании приняли свыше 60 детей. А уже в следующем наш город узнает имена новых чемпионов. В целом борьба была бескомпромиссная, и, как свидетельствует итоговая таблица, очень плотный. Результаты очень плотные, вот, то есть не было какого-то явного фаворита до последнего тура, да, то есть тяжело было предсказать, и, ну, мы все очень рады, что получилась такая бескомпромиссная интересная борьба.